Здравствуйте, зрители и подписчики канала. Этот подкаст, я в этом подкасте я бы хотел сказать, что с сегодняшнего дня этот, ну, мой канал становится не только моим, на него теперь начинают выкладывать свои видеозаписи также мой друг Артём, которого вы могли, с которым я прохожу Outlast. Он тоже будет проходить игры, ну, различные, и будет выкладывать на мой канал. Ну, конечно же, я тоже буду выкладывать прохождение игр на свой канал. Так что теперь это будет наш общий канал. Так что видео, я думаю, станет больше. Будет интересно смотреть, также будет совместное прохождение некоторых игр. Так что ожидать в ближайшем будущем уже появятся игры, прохождение игр и от Артёма, и от меня я тоже прохожу игры, конечно же. Вот. Что еще можно сказать? Насчет Хэлла можно сказать, что я давно уже не выпускал видео, но мне как-то немного наскучила игра, как-то нет настроения под нее. Ну, я думаю, возможно, в ближайшем будущем я запишу пару серий еще и выложу их на канал. Вот. Ну, я думаю, пожалуй, все, что я хотел сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр, до свидания, пока.